наш сегодня выходной начинается с того, наверное, наши сегодня покатушки начинаются с того, что, во-первых, на дорогах очень сильно много снега, и у нас очень много разных дел в разном конце города. Короче, мы едем сейчас в магазин покупать рыбу. Очень, очень сильно много машин возле магазина, даже припарковаться некуда. Иду я. Сейчас покажу вам магазинчик. Очень хороший магазин с продукцией. Вот, в общем, магазин. Запоминайте. Фосфорель. Скриньте работу и адрес. Пошлите, покажу. Ух, как... Маме берем и себе камбала. Да, убрис. Это для ухи набор из семги. И форель у нас. Так, нам две рыбки. Да, форели. Давайте вот эту вот. Нет, вот эту вот давайте точно. Да, и давайте вот эту. Рыбку закупили уже сразу на Новый год. Потому что потом здесь на Новый год мы не продвинемся, потому что тут всегда такая очередь. Если даже сейчас, люди сейчас уже закупаются на Новый год. Так что, кто из Воронежа, обращайте внимание на этот магазин. Он очень хороший. Мы его уже давненько облюбовали. И приезжаемся, да, за рыбкой. Птички летят. В центр лучше не суваться, там все красное. Едем в град. Туда в Анел мы сегодня не попадем. Нам в град ехать целый час. Капец. Ну поехали, что куда-нибудь. Главное выбрать. Мега пивная тарелка. Мы не пьем. Дань, может, ты разденешься? Не хочет. Даня нас заездил. Ой, я хочу самую. Может быть, суши? Что-то новенькое, смотрите, я такое не видела. Или что это? Камамбер в клюквенном соусе. Я такое не видала раньше. Ладно, сейчас буду выбирать. Дети наши убежали. Мы ждем, когда нам теперь все принесут. Мы очень голодные. Нам очень сильно хочется побыстрее, но тут очень забито все битком, просто очередь. Все суббота решили сегодня в непогоду пойти. У кого-то день рождения. И куда-нибудь отдохнуть, пообщаться. Да. Ну, потом дальше. А мы потом дальше, да. Блин, в центр мы, наверное, не попадем, да? На всю волю Глеба. Погода, конечно, диктует свои правила. В общем, ждем наше вкусное приготовленное явство. Нам принесли с тобой вкусный том-ям. Короче, детей пока не зовем, пускай они там гуляют, играют, а мы будем наслаждаться вкусным том-ямчиком. Что, острая? Да, можно, конечно. Так, это Машуньке принесли. Сейчас нам с Даней роллы. Что, Машу звать? Пойду звать. Они там играют в... игровой. Че, пойдемте кушать? Да, мы только хотели. Там уже тебе бургер принесли. Суши еще не принесли, но сейчас принесут. Пойдем. Пойдем уже сейчас. Надо руки помыть. Пошли. Бургер. А соус какие
Всем приятного аппетита. Тут 8 штук. Тань, приятного аппетита тебе. Господи, какая же на улице красота. Метет, буран. Дань. На улице зима. На улице хочется... Нет, бабу снежную мы не сможем вылепить. Потому что снег не липучий. Ну, вставай, пошли. Тебе помочь? Пойдем, помогу. Мы приехали в Леруа. Вот он у нас находится. И мы сейчас зайдем сначала в Ашан, потому что в Леруа мы уже... сейчас сначала мы зайдем в Ашан, а потом мы поедем, то есть пойдем уже немножко в Леруа, потому что в Ашане, во-первых, мы еще не видели, не смотрели елки, да? Короче, прицениться, посмотреть качество, а потом, если что-то нам вдруг не понравится, либо еще что-то, мы тогда уже пойдем в Леруа. Вот. Нам еще нужно игрушки докупать. Потому что у нас была маленькая елка, у нас было мало игрушек. Теперь, если мы хотим елку большую взять, прямо то... на потолка, да? Да, на потолка будет. У нас 210 сантиметров, короче, идем смотреть. Да? Да, все, идем сюда. Так, туда идем, самый конец. Самый конец. Да? Там же игрушки у нас? Пошли. Что? Сейчас, короче, пока мись. Его нужно вечно сосать. Как в этом, помнишь? Нет, это там, Маш, там... Дьютики. Да, в Duty Free. А, там просто 15 штук чупа-чупсов. Что? Это небольшой... Это... Нет. Это не одно. Прикольные подарочки. Хватит. Там вот есть еще прям реально чудо. В общем, можно даже собрать подарок самому. Очень всего много. Мы ничего не нашли в Ашане. Теперь мы идем в Леруа Мерлен. Из-за меня пошел сегодня снег. Потому что я видела. Мама, Мерлен купил воды. Воды? Да. А там подают. Ой, там не подается, там можно. Там можно набрать бесплатно. Воды? Пошлите. Мы опоздали. Той елки, которую мы видели месяц назад, их уже нет. Что делать? Вообще капец. Мне не нравится то, что осталось. Ну вот она, наверное, такая должна быть, только такая примерно, но маленькая. 5 минут узнаем, есть ли наша елка на левом берегу. Короче, стоим, мы ждем. Нет, я не разрешаю брать. Бомбочки не разрешаю? Нет. А, нельзя. Есть такая белая, белая у нас. Белая. Да. Мне вот это нравится. Сова. Это персик, а здесь сова. Это снегопад. Машину потеряли, не могли найти. Минут 5 бродили, не там. А, давай, доставай свою щетку. Давай. Все, чистенько. Давай, я присяду. Да, бонжур. Ну, какой минус 9? 10, минус 7. Наше путешествие продолжается. Да, и все так просто. И не думайте, что мы попадем сегодня рано домой. А я вообще-то еще хотела сегодня елку украсить. Ну, как и будет, вы че? Во сколько это будет украшение? Что, у нас еще есть... Подожди, у нас сколько... Мы покупали эту... Как ее? Гирлянду. Сколько там метров? 150 миллионов 900. Там 100 лампочек. Я знаю. Чужие жизни только смотрит. Блоком, шлаком. Телефон этот, машина едет. Бегом. Я вас буду потом смотреть, когда буду старая. Будет мне лет 60. Так ты еще. А потом
О, прикольно, тут даже лучше. Пошли. Я просто думаю, куда ее в пола сейчас засунуть. Блин. Он здесь. Наша елка уже нас ждет. Ура! Мы купили елку! Пошли. Пошли. И теперь. А мы бай. Наш дом. Мой дом. Что ты мне в кормо лезешь? Все, мы купили, Дань, елку. Ты рад? Ты рада? Да хочешь снимать все уже. Ты рада? Скажи свое. Скажи свое мнение, эмоции. Возьму, ты рада? Сейчас будем наряжать.